Всем привет, дорогие наши друзья и зрители нашего канала. Ну что, дорогие друзья, продолжаем праздновать мой день рождения. По этому случаю я решила спечь себе и своей семье тортик. Очень старалась. А свечки так и не будем. Очень не старалась, стали Саша. Очень готовила вот эти с душой, скажем. Да, а мы очень-очень благодарны маме и поздравляем еще раз нашу дорогую мамочку с днем рождения. Целуйте. Мам, поцелуешь. Доченька, маму поцелуешь? Она никогда маму не целует. Мама, ладно, давайте, начинать. Ты можешь нож быть? О, это Даша. Это мне. Так, смотрите, бисквит. Дальше крем, маскарпоне, сгущенка, сметана. Это сверху клубника в шоколаде. Сверху шоколад бабаевский. Это я сделала желе. Вау. Там с клубники, жимолости, желатин. А что в разрезике показывают? Это ложки маленькие. Мама, забыла главное сказать, что клубника в шоколаде, а шоколад это омолоченный, забыла сказать. Это мой. Да. Ну-ка, давайте покажу в разрезике вам ее. Вот он, смотрите. Вот там он получается ягодный сироп. Простите. С желатином. Получается тоже вот клубника, жимолость, сахар. И желатин. Что? Это вот прослойка вот эта вот ягодная. У меня вот эта жирная. Мама. У меня вот. Так, Лёше, да, надо? Лёше, да, маленький. Резать. Без комментариев, слишком вкусно. Чёрт, ну не стучи, давай, мама. Ну там папа отполовинили, я не знаю, как отрезать. Прям, чтоб маленький был. Так, все, пробуем. Мне вот это белое мама, нравится. Маме что, надо уже кондитерскую домашнюю? Конечно, да. Давайте вот так вот сделаем. Мама, надо магазин перевести, вот торт печь. Профессионалка в этом деле, так. Я в следующий раз, по случаю следующего, у нас какой будет? 1 сентября Даша пойдет в школу, я испеку торт. Но в этот раз бисквит сделаю с какао, темный. По-другому немножечко. Ну, давайте пробовать. Что тут у нас получилось? Мама. Попробуй на клубнику в шоколаде, она очень вкусная. Как доберусь, так, конечно, попробую. Я буду добавки. Я не знаю, как я там тоже. Без добавок нам требуешь. Мама сказала оставить, она сегодня хотела прийти, но устала. Ну, очень пропитался, очень. Там еще орешки тут, вот орешки есть. Очень вкусно? Нет, очень-очень-очень-очень-очень-очень вкусно. Ой, как хорошо, что у нас мама умеет делать такие замечательные торты. Мамочка, мы тебя целуем, обнимаем. Да, у тебя будет день рождения каждый день. Нет, каждый день, наверное, это слишком. А еще по маме быть, кто это делал. Через еще мама, каждый мама. День. Мама тут выдает. Ну, красивенький так вышел. Вот не зря мы ягоды наморозили. Видишь, это вот как ягодные вот эти прослоечки, очень вкусно получается. Очень вкусно. Очень-очень. Ну тебе бы это сладкоежка. Слушай, конечно. Скоро к нам малина, да, приедет? Да. Можно будет малиновый торт сделать. Нет, малиновый. Да, чистить. Малину будем так кушать. Не да, малину лучше есть. Она дорогая. Натуральная видео. Чем малину сочетаешь? Папа, вот ты не представляешь, как у тебя вечером был паук огромный на окне. Это ужас. Он был вот такой. Угу. Клубника еще и в шоколаде. Обалдеть. Это вот оно. А если бы еще мороженое добавить? Это я сама придумала. Клубничка еще сверху шоколадом. Я вот это вот то, что сверху, это я сама все придумала. Сердечки? Да. Вот нигде ничего не смотрю. А если еще мороженое добавить будет вообще? Мороженое? Да. Не, мороженое, мороженое лишнее. Мороженое тут не кстати, да. Ну такой вкусный сок, ну такой пропитанный. Мягенький. Павлик все хочет мороженое, а на мороженое, чтобы была клубника в шоколаде. Вот так, как в том году, помните? Да. А мы так и не сняли клубнику со сливками, помнишь? Да. Свежую клубнику. Сбыто и все сбитыми сливками так. Опа, ее.
так у нас руки до этого и не дошли. Мы все как заморозили, вот у нас 20 литров лежималось, наморозили. А, кстати, вишню мне пообещал завтра привезти мужичок. Самурска, 20 литров. Мужичок с гармошкой. 20 литров. Мне вообще не нравятся вот эти косточки там вишни. Даша, потише, прошу вас. Как вкусно. Мы сейчас хотим покататься на великах после чаепития. Так сказать, тортик разогнать по организму. Спрашивают, сколько лет? 36 мне исполнилось. Да. Так что... 19. Чтобы 19. Не спрашивали, вот вам говорю прям. Вот, маме 19 исполнилось. Что у вас? Разве 20. Не заметно? А? 16. 19. А клубника в шоколаде вкусненько. Она же мама взрослая уже. Не, мама Милима исполнилось 25. Он 21. Ну, или 20. Да, у мамы совершеннолетие полное. 21. Дашу я родила... В 25 лет я забеременела, в 26 родила. Пашу в 28 забеременела, в 29 родила. Лёшу в 33 забеременела, в 33 родила. Он особенный. Я всё знаю. Смотри, у Лёшки... А, подожди, не у Лёшки, это у Паши, да, с Дашей разница? 3 года, 3 месяца, 3 дня. У вас с Пашей разница в возрасте. Да. 3 недели, 3 года, 3 дня. Нет, 3 года, 3 месяца и 3 дня. А почему вот. Не 3 часа? А что не 8 часов? Нет, не 3 часа. Ты родилась в 16:30, а Лёша родился в 16:45. Вот у вас с Лёшей по времени похоже. Очень. 15 минут разница. Алло. Паша родился в 23:40. 40, да. Он прям под почти самый финиш, под финиш 16 февраля. 16 февраля, почти 17. Еще в 20 минут, и было бы уже 17 февраля. Вот такое. Но зато дата красивая. 16.02.16. У Паши получилось. Да. Да, Паша? 16-й год. Так, ну ладно, будем такое делать иногда. А у Даши 11 месяц, 12 год, 13 день. Да. 13, 11, 12. Не так всякую. Если честно, это все ерунда. У нас много совпадений интересных. Алёша родился в день семьи родился. А мы с тобой... 15 мая. А когда мы с тобой встретились? 15 мая. 15 мая. Да. Леша родился 15 мая. Да. У нас все-таки там совпадения такие интересные, знаете. А еще между Дашей и Пашей разница 3 года. Ну так, возьмем 3 года. А между Пашей и Лешей 4 года. Ну, по возрастающей. 3-4 идет. Ну, интересно. Вот такой. 5 не будет. Предупреждаю. Так, мне достаточно одного. Маленький кусочек. Да, вот такой. Если бывает, завтра бабушка придет. Не надо. Нет, это сильно большой. В 2 раза меньше режем, если хотите добавить. Я с клубникой хочу. Потому что, если вы хотите покататься, надо уже уезжать. Вот клубнику хочу. Пока оденемся. Эй, стой. Ты что клубнику забираешь вообще? Вот именно, не надо. Так, мне не надо. Ты что, все съел? О, Лёшка, ты с клубничкой, пожалуйста. Ладно, берите каждый по клубнике. Бабушке оставь, Денис. Да. Чего они как дикарей? Что значит, вот бабушки. Ну, они всю клубнику разберут. Я сказал, по одной. По одной клубнике? Ну, по одной. Ты им как сигнал даешь, так они... По одной. Мечутся. Я маленький кусочек себе. Одна. Решили весь торт раз есть. No. Семья-то большая, что ж такое. Давай, сейчас я его еще... уберу. Тихо, куда ты убираешь? А что такое? Ну, для съемки идут, ты что? Вылезь, мы снимаем, а тут иду убирать. Я хочу убрать, чтобы а уже более хабаловский. Не просил. Не будет. Нет, папа пизда тоже. На, пожалуйста. Красота. Съемки идут. День рождения.
вот вроде бы как недавно отмечали день рождения мой в том году. Помните, что мы кушали в том году на мой день рождения? Роллы, по-моему. Ну что вы не помните? Короче, роллы, да. Мама сказала. Что мы хочешь дать им роллы заказать? Все, хватит. Да, я знаю. Мама не говорила. Это согласно? Можно позволить? Да. У нас праздник каждый день. Да. Мама нам устраивает. Он надо был чизкейк. Мы будем. Угу. Да. У нас тоже дастся. Пальцем тыкать ногу. Ну хватит там, а. Тыкать жуга. Торт просто фантастический. А. Нежный, воздушный. Да. И очень вкусный. Дашечка, крем. Тебе нравится? Крем. Очень мам, вкусный. Поцелуешь. Поздравишь с днем рождения. Я же тебя целую, ты меня. Да, что это такое вообще? Ладно, будем только с Пашей и с Лешей целоваться, значит. А с Дашей мы не будем целоваться. Да? Ну, нечем мне целоваться. Поближе сядь. Вот так. Ну ладно. Тортик на заказ. Вот интересно, вот если его на заказ сделать, сколько себестоимость? Маскарпоне дорогое. Ну да. Здесь 500 грамм ушло, 500 рублей. Я только, ладно, только маскарпоне 500. Представляете, а тут сгущенка. Ну ладно, полбанки. Ну как сгущенка сейчас стоит? Значит, у нас еще в холодильнике полбанки сгущенки. Сметана целая большая. Короче, надо посчитать. Какие? Ну, бисквит, ладно, что там, яйца, сахар, да? В принципе, фигня. Очень вкусно. Крем просто. Интересно, мне кто-нибудь купит? Кого? Торт, вот если заняться. Никто меня не знает, каких условиях я готовлю, не знаю. В Инстаграме там что-нибудь там расскажи. А у меня все чистенько. Знаешь что, все твои торты, ни один не дойдет до покупателя, все съедим мы. Сами не наедаемся. Конечно, куда ты что, шутишь что ли? Что, будем продавать мамины тортики? Нет, нет, мы сами съедим. Ни за что не отдадим мамин. Ну да, это же скорчайте на кухне. Всем пока. Это я считаю, когда? Вечером вчера бисквит сделала, крем. Ну, время надо. Конечно. Это мне вот доделывала. Вырастут дети, разбегутся. Давай. Времени будет у нас очень много. У тебя еще есть шанс маму поцеловать. И иди Настя сюда. Займется тортиками на заказ. Ну, я так думаю, лет давай. Так через... Губы сюда. Ну, в лучшем случае 15. В итоге мама Дашу поцеловала. Не мама, не Даша маму, а мама Дашу. Не, ну ты что, закончишь свою уже? Он наслаждается. Да уже, по-моему, у него лезет из одного места. Павлик, что там тебе лезет? Ладно, ну что, дорогие друзья, можете меня еще раз поздравить, я буду не против. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч, скоро увидимся. Пока-пока. Пока-пока.